А вот, кстати, мой фирменный рецепт кулича уже есть. Смотрите, как я готовлю, что я добавляю, куда складываю даже, чем заправляю и что у нас по итогу получается. Смотрите, как классно. Какая вкуснятина. Оставлю ссылочку в описании. Обязательно посмотрите и приготовьте его вместе со мной. Это действительно необыкновенный рецепт кулича, который вы нигде никогда не найдете. Это личный мой фирменный рецепт. Приятной вам готовки.